1882-му її звели для заможних купців лише за один сезон. Сьогодні вона із куполами, баштами, округленими вікнами та вишуканою вхідною групою. Саме таку її бачив вже відомий на той час архітектор Володимир Ніколаєв. Ми з вами бачимо зараз будівлю, дійсно вона дуже простора, а вона виглядає дуже витончено, тому що він використовує перепад поверхів. Центральна частина – 3 поверхи, бокові крила – 2 поверхи. У 19 столітті це купецький дім. Його відвідували найзаможніші люди Києва. Тут вони влаштовували бали, грали у карти, більярд та куштували делікатеси. Таке задоволення коштувало купцям 15 рублів сріблом на рік. Із часом будівля стане будинком піонерів, а за фашистської окупації – офіцерським клубом. Лише у 1943 році, після капітальної реставрації, ці стіни починають носити звання Київської філармонії. Сьогодні музичний осередок прикрашають скульптури Василя Корчового, стінного італійського мармуру. Сходи ведуть до перлини філармонії колонної зали. Саме у колонах і криється секрет чудової акустики. Середина колон – це цільне дерево. Воно оброблене спеціальними смолами для того, щоб довше зберігатись, обмотані матами із кінського волосся. Тільки потім отинковані і далі декоровані під мармур. Колись ця зала славилася своєю акустикою на всю Європу. Приїхати сюди з концертом було за честь. Завдяки акустиці ця зала, мабуть, була найкращою в Києві у свої часи, бо навіть оперний театр, ну, він з'явився трошки пізніше, вже на початку 20-го століття, а ця будівля вже 20 років існувала. Микола Лисенко, Петро Чайковський, Рейнгольд Глієр, Сергій Прокоф'єв та багато інших великих композиторів презентували свої твори у стінах філармонії. Музика в цьому будинку панує донині. Сюди так само йдуть відвідувачі та лунає мистецтво. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут. Так, друзі, ми повертаємося до нашої студії. У нас сьогодні третій гість. Дуже-дуже цікавий. Пройдемося сьогодні по олігархам. Андрій Пелюховський, громадський діяч, голова партії «Сила нації», член президії Генеральної ради. Доброго ранку, дякую, що прийшли до нас. Доброго ранку. У нас, дивіться, давайте почнемо зразу з олігархів, тому що наш Володимир Олександрович, президент України, казав, що буде з ними боротися. Так от, Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів. Майже для всіх 2020 був вдалим. Тобто, примножили статки олігархів, як то кажуть, комусь пандемія, а кому і мати рідна. Ну, я вам, знаєте, скажу, я сам удивлен, потому что Зеленский, господин Зеленский, можно так его называть, он шел с другой риторикой, да? Да. Первая риторика – это «мы за мир», Порошенко будет сидеть, весной все будут сидеть, олигархата не будет. Но что мы видим? Скажем, состояние олигархов увеличилось вдвое, а Рената Ахметова почти в 3 раза. Так. То есть 2,6 миллиарда, сейчас 7,8 миллиардов. Я изучил, и мне тоже как бы стало не по себе. То есть где наши деньги, а не у олигархов. Хотя я вот сейчас мы наблюдаем то, что Зеленский начал определенные ходы в отношении там, Медведчука, мы знаем, так, да? Так, так. 3 телеканала, забрал дизельную трубу, которая это Новоград, Волынск, Дубрынич, Смыга, дизельное топливо, которое ушло с России. Вот у меня сразу вопрос. Забрал, молодец. Я борюсь против олигархата, я везде высказываю, что за уничтожение олигархата и усиление малого среднего бизнеса. Угу. Так. Он забрал трубу. У меня теперь вопрос. Что, у нас на заправках дизель стал дешевле? Нет. Не стал. Навіть є новини, що буде дорожчати все. Уже подорожало. На 50 копеек подорожало. Вопрос в другом. Кому теперь трубу отдадут в управление? Потому что с такой риторикой, как идет команда Зеленского. Ну, допустим, приведу быстро пример. То есть я знаю только сейчас 2 морских торговых порта. Это Октябрьский, он же Оливия, военный порт, и Херсонский. Передали. Октябрьский передали катарцам, а Херсонский грузинам. Вопрос. Вот они сейчас говорят, боремся с олигархами, то есть вводят законы за измену. Да? Теперь вопрос. Порты, морские торговые порты, это являются государственными стратегическими объектами с допуском гостайны. Вопрос, а это не измена? Допустим, да. По Медведчуку. Прошлись по Медведчуку, забрали телеканалы. Все, хороший шаг. Мы ждем, что будет дальше. Но вообще я считаю, что изначально было бы, как бы начинать с верхушки олигархов, да, ну, допустим, с Ахметова. А он увеличил в 3 раза состояние. Достаточно было бы Облэнерго забрать у Ахметова, электроэнергия бы в 3 раза минимум бы опустилась на сегодняшний день. Чем эта борьба закончится? Мне кажется, мое мнение такое, и оно не беспочвенно, что создается просто информационное поле ажиотажа, чтобы людей отвлечь чего-то глобального. Угу. Могу судить от того, что вчера Дубинский в Верховной Раде, да, рассказал очень много интересных фактов.
Я даже, вы знаете, поэтому тоже, вот вы сегодня первый, кому как бы даю такую инсайдерскую информацию. Сегодня еще буду комментировать у ваших коллег тоже. Смотрите, Дубинский рассказал очень много интересных фактов. Закон о земле, то есть настолько, какой он двуличный и что кроется за этим законом, что это полностью конкретно, это единственное, что у нас осталось, это наша земля. То есть она у нас ушла с под ног. Но, смотрите, возьмем тендем такой. Значит, как только кого-то убирают от корыта, лишают, убирают, да, от корыта, его забрали, выгнали там с позором, куча шума, куча хлама. Итог, он сразу рассказывает правду. Подожди, а ты раньше не знал, какой законопроект пропихивается? Это может быть помста за то, что его выключили? Я вам скажу больше. Понимаете, Дубинский – это человек Коломойского. Все это прекрасно понимают. Поэтому это звонок Зеленскому, что Дубинский начал открывать рот по команде Коломойского. Слушайте, але це тоді значить, що пішов якийсь розлад у фракції, так? Дисконсолідація, тобто якщо Дубінський людина Коломойського, і зараз він почав говорити, що щось не так, здавати якусь інсайдерську інформацію, це значить, що немає якоїсь домовленості між ними? Ну, конечно, подошел разлад. К сожалению, как мне не больно об этом говорить, олигархи имеют заводы, да, как говорится, корабли, пароходы, все имеют. Но они имеют и своих депутатов. Так. То есть депутаты, народные депутаты стали собственностью олигархов. Да. То есть это не наши с вами представители, представители людей в парламенте, а это просто марионетки олигархов. Мы знаем, что да, мы знаем, что у Коломойского, по моим данным, 25 человек. 25 человек – это его ручные. То есть, это депутаты, которые работают выключно на них? Они конкретно по команде работают, понятно. Выход с Дубинского, то есть из Дубинского отошла, естественно, кучка депутатов, которые принадлежат Коломойскому. То, что вчера сказал Дубинский, он уже, я внимательно слушал его, то есть он говорил еще с подтекстом, то есть продолжение следует. То, что сейчас ввели санкции в отношении Коломойского, да, я все, что делается против олигархов, для уничтожения олигархов, я это буду поддерживать, однозначно. Но... Понимаете, Коломойский – это единственный серьезный олигарх, который, к сожалению, для Зеленского пока не по зубам. Объясню почему. Штаты внесли эти санкции. Будут ли они в Украине? Пока не будут. Потому что мы знаем с вами, что Зеленский, его вырастил Коломойский. Чуть ли не как в горшке цветочек. И поэтому мы знаем Зеленского только со стороны сцены. А за кулисную мы не знаем историю. Больше, чем я уверен, что господин Коломойский очень хорошо разбирается в банковских операциях, в экономических. Он монстр и в политике, в геополитике. Того, чего нет качеств у Зеленского. Я больше, чем уверен, что и у Коломойского очень большой компромат на Зеленского. Дивіться, от тут и питання, що у Коломойського компромат на Зеленського, тому що коли він йшов на президентські перегони, була версія про те, що Володимир Олександрович – це теж підручний Коломойського. Бо вони ж давно товаришують, плюс плюси. И, возможно, сам Зеленский поссорился с Коломойским? Ну, понимаете, к сожалению, для нас Украина зависит от внешнего управления. Мы это прекрасно понимаем. Что не мы, украинцы, управляем Украиной, а нами управляют. Нам дают команды, то есть то одни, то вторые. Сейчас это то есть, заокеанские друзья, да. Сейчас очень активно обсуждается, я больше чем уверен, что не Америка, а Англия полностью руководит. И будущее, к сожалению, Украины, оно очень плачевно, если будет идти в такой динамике. Поэтому, естественно, сейчас очень серьезно. Если только Зеленский кинется на Коломойского, то он его сольет по полной. И вот тогда вот будет действительно резонансная какая-то ситуация среди украинского общества. Даже возьмем то, что Гордон неделю назад анонсировал то, что будет какая-то 15 марта серьезная информация. Ну, это все привязали как бы к этим съемкам Беллинкет, да? Да. Ничего такого здесь я не вижу. Самое, ну, я уже комментировал. Ну и что, что кто-то снял фильм? Это мне кажется, что люди зараз себе відчувають обманутими такими. Щось їм сказали, вони чогось чекали, чогось такого непередбаченого. Що ж це таке буде взагалі, те, що вплине на усю Україну. І тут ніби нічого такого вагомого не сталося, так? Ніби щось... Для чого взагалі це було? Ну, я вам скажу, понимаете, это, то есть, звоночек. Сначала Богдан в свое время сказал, как бы в прямом эфире у Гордона, то есть, в интервью сказал, что Владимир Александрович, пора бы остановиться, то есть, он двухсмысленно... Ну, не просто так сказал. Конечно. Сейчас это конкретно вот то, что сказал вчера Дубинский, и дальше можно спрогнозировать, что Коломойский уже, как бы, предупреждение, это уже, как бы, для него китайское последнее предупреждение, только что-то в отношении Коломойского... Поймите, когда человеку что-то терять, если он уже теряет, нечего терять, уже все. И вот это будет уже тогда действительно резонансная информация.
как выдержит банковая, пока неизвестно. Угу. Что будет как бы дальше, опять же, что же, за два года мы, понимаете, хочется обсуждать с вами, я бы с удовольствием с вами обсуждал открытие нових производств, а организация рабочих мест. Да. Ми теж задоволенням круто, це робили. Щоб в Україні було якісне покращення, а не на словах, розумієте? Так. Тому що я от так дивлюсь зараз. Політична схема, вона абсолютно ну нікудишня. Тільки популізм. От ми щось робимо, але по факту не робиться нічого. К сожалению, понимаете, я вот смотрю на всю команду Зеленского, и вот они очень красиво говорят, все говорят, даже спикер Разумков. Угу. Тем более Дмитрий, я хорошо лично знаком с ним, я общался несколько лет. Понимаете, когда они говорят о благосостоянии украинского народа, ну, мне немножко смешно, потому что я знаю немножко, то есть другую сторону медали. Допустим, тоже господин Разумков. Он серьезный обладатель, да, бизнеса как... Ломбарда, Сит Ломбарда. Угу. Извините, как он может говорить о благосостоянии украинского народа, если его благосостояние зависит от неблагосостояния народа? Ну, так. Понимаете? Логично. То есть вот ситуация, я говорю, когда они говорят, для народа мы хотим... Так. Я лично... Это касается и олигархов, ну, власне. То же самое. Я лично вот хочу, чтобы в Украине не было вообще ломбардов. Не потому что я против этого бизнеса. Угу. Я хочу, чтобы люди не ходили в ломбарды. Они ходили в магазины, приобретали что-то. Так. Себе, то есть созидание, развивали малый и средний бизнес, как это должно быть у нас. Украинцы уже заслужили жить хорошо. Что-то в аграрной стране у нас голодают люди. Мы должны уже отойти от сырьевого придатка, мы должны выйти на производство готовой продукции. Это даст рабочие места. Я за полностью за национализацию и честное акционирование среди простых людей. Понимаете? Смотрите, как элементарно. Допустим, национализируем мы завод. Любой, да? Так. Национализируем. Берем 50% прибыли от, производства, от этого производства идет государство, чтобы увеличить казну в 5, 10, 15 раз по многим позициям. А вторые 50% распределяем на фонд заработной платы простым людям. Зарплата увеличится в 15-20 раз. Вот вам решение всех вопросов. Пан Андрій, але якщо ми будемо успішно боротися з олігархами, так, з олігархатом взагалі, як явищем, це допоможе от налагоджувати дійсно вже почати, це якось буде плюс для України, так, для української економіки. Понимаете, руководство страны и президент, он должен, если он настоящий лидер нации, он в ответе перед нацией и в ответе за нацию. Первое, что как только взять, допустим, ну вот смотрите, я бизнесмен, мое производство зависит от газа, от электроэнергии и от сырья в карьере. Угу. Зачем мне тогда президент, если оно кому-то принадлежит? Я должен идти к олигархам и с ними договариваться и им носить какую-то долю, понимаете? Угу. Почему так? То есть тогда стоит вопрос, зачем тогда нам руководство страны, если от него ничего не зависит? Ничего нету, то есть у нас в стране нету, ну ничего. То есть уже дошло до того, мы помним этот, вы же помните стадион, да? Так. Конечно, я тоже помню этот стадион. Сколько, да? Каких красивых месседжів звучало, да? І ось смотрите. Найгірше те, що я пам'ятаю ці сподівання людей, які просто отак от дивилися на промову Зеленського. Перший раз в історії України. Так. І підтримували дійсно, що Зеленський тоді порівняв себе з Вакарчуком, так, коли Вакарчук зібрав стадіон, і ну, тоді, коли люди його просто приходили на його концерти, так, Зеленський відчув таку любов людей до себе, дійсно, на цьому стадіоні, так? І що ми бачимо зараз? Ми нічого не бачимо. Я хотів, знаєте що, ми недаремно згадали про Разумкова. От у мене питання, ви як експерт, і на вашу думку, чи буде він йти на президентські перегони? Ну, я думаю, что ему просто ничего не остается делать, скажем так. Угу. У него, то есть, его выбрали, то есть, он очень грамотный, он говорящая голова парламента, о чем тут говорить, он грамотно поставлен, речь он понимает, о чем говорит, что это, к сожалению, редкость. Но у него антирейтинг превышает рейтинг. Для политика это уже крах. Да. У него даже нет нулевого баланса. У него антирейтинг все равно выше. Он все равно уже слуга народа. Угу. Это первое, что... Может быть, я не то, что я даже уверен, что он попытается после того, как снесли Медведчука, потому что я... Вот смотрите, ОПЗЖ, да, Медведчука начали мочить, ну тупо мочить. Так. Смотрите, лидер, да, оппозиции. Я после того, когда посмотрел месяц и задаю вопрос, а где же лидеры оппозиции? Где Медведчук, где Рабинович? Ведь никакого высказывания нет. Они же с телеэфиров не вылазили. Так. А сейчас так. Больше месяца они молчат. Что какая-то оппозиция. Я после этого утвердительно говорю, оппозиции, настоящей украинской оппозиции, которая будет отстаивать интересы украинского народа, в Украине не существует. Только отстаивание своих интересов. И то, они публиковали эти рейтинги. Теперь вопрос. Откуда же эти рейтинги, когда ОПЗЖ себе писала 25-26%, на минутку это 8 миллионов украинцев. Извините, да. Из такого количества людей хотя бы 100 тысяч вышло бы на улицу поддержать?
Питаннячко. Хорошо, 10 тысяч. Угу. Но они больше, они 100 человек собрать не могут, о чем мы говорим. Вопрос. Так. И когда они себя в рейтингах бьют, что они... Что Медведчук 4-5 место занимает по влиянию в Украине, на что он влияет? Каналы закрыли, хотя я считаю, это неправильно закрыли. То есть свобода слова должна присутствовать. Какая разница, кто собственник? То есть я сталкивался, я ходил туда, я общался с вашими коллегами, прекрасные, то есть хорошие аналитики, молодые, такие, ну мне очень там было комфортно, и гостевые, и так, хорошая, то есть мне очень там нравилось, было, то есть ребята не виноваты, а сейчас они получили волчьи билеты. Они сейчас оттуда увольняются и устроиться никуда не могут. Да. Вопрос, какое же влияние имеет тогда Медведчук, если, извините, дали по пятой точке и ноль вообще. И вот полтора месяца обсуждают, мы будем бороться, что дальше? Я не вижу никаких телодвижений, то есть это уже говорит о чем-то. Я к чему я веду? Что я не исключаю, что в этот момент, потому что в последнее время Разумков и ОПЗЖ начали заигрывать, что сейчас снесли верхушку, а как бы хоть какой-то фундамент есть у ОПЗЖ, я не исключаю, что он его возглавит. Возглавит, то есть это идет, потому что видите, как же он и не присутствует на заседаниях СНБО, начинает, ну, я тупо начинает морозиться. Извините, я буду говорить своими именами, чтобы людям было проще меня понимать. Ну так, что... вот так говорят, так. Поймите, я хочу, вот моя какая цель, я хочу между простыми людьми и политиками стать переводчиком, потому что многие люди, к сожалению, они не понимают этих красивых слов. Ну, я вам скажу искренне, да, у меня вот моя теща прекрасная женщина, но она не знает слова ВВП, что это такое, ей 82 года, понимаете? Вот я ей объясняю, она понимает, поэтому, когда политик говорит, открывает рот, я сразу говорю простым людям, вот приезжай на производство, я говорю, вот он имел в виду то-то-то. Понимаете? Якщо так, політик говорить, що в Україні буде покращення, це значить тримайте кишені свої міцніше. Так, ви посмотрите, які закони. Всі закони, які пропихують депутати, вони їх завуалірована пропихують для лобірування свого бізнесу, так, защиты свого бізнесу. К сожалению, політика – це стало рычаг управління власті. Это продукт. К сожалению, ну, продукт. Слухайте, будемо сподіватися, що в Україні вже буде якесь дієве покращення, але, друзі, не те, про яке всі говорять. Я нагадую нашим глядачам, що у нас у студії з предметною розмовою був Андрій Пеліховський, громадський діяч, голова партії «Сила нації», член президії Генеральної Ради. Будемо дійсно сподіватися, що в Україні з часом все буде добре.